Мы рады вам представить обновленную систему для заточки TS-Prof Cadet Nero. Она сделана из авиационного алюминия и полностью анодирована в черный цвет. Анодирование применяется для дополнительной защиты от коррозии и укрепления поверхности металла. В частности, прочность резьбы увеличивается в 1,5 раза. Оно представляет собой процесс оксидирования, создающий на поверхности изделия толстую пленку. Окраситель внедряется в металл на молекулярном уровне. И поэтому анодирование более стойко к ультрафиолетовому излучению и агрессивным средам по сравнению с порошковой краской. Для наших точилок мы используем технологию серно-кислого анодирования, которая производится по международному стандарту QALANOD на специализированном промышленном предприятии. При таком методе слой анодирования составляет 25 микрон. Процесс анодирования включает 3 этапа. На подготовительном этапе поверхность алюминия очищается, шлифуется и обезжиривается. Затем деталь помещается в щелочной раствор для его протравливания, а затем в кислотный раствор, где оно осветляется, после чего деталь тщательно промывается от кислоты. При анодировании детали подвешивают на специальные кронштейны и помещают в ванну с электролитом между двумя катодами. В качестве электролита выступает раствор серной кислоты. Сила тока достигает 10 000 ампер. Температура в серно-кислом электролите колеблется от 0 до 50 градусов по Цельсию, а диапазон плотности от 1 до 3 ампер на дециметр в квадрате. Концентрация электролита может колебаться по необходимости в пределах 10-20% от объема. В процессе анодирования анодные ячейки, включая поры, образуют шестигранную структуру, выполняет принцип минимальности энергии и не зависит от применяемого типа электролита. Шестигранная форма имеет энергетическое происхождение. Третьим и важным этапом становится этап закрепления, так как после анодирования поверхность изделия становится пористой и мягкой. Возникает необходимость закрыть поры. Эта процедура проводится с помощью погружения изделия в нагретую до определенной температуры воду. После прохождения всех этапов анодирования мы получаем прочное черное покрытие, которое придает не только эффектный внешний вид, но и значительно увеличивает срок его службы. Cadet Nero доступен для покупки в двух вариантах, как отдельное заточное устройство, так и в комплекте с алмазными пластинами. Найти его вы сможете на нашем сайте, либо же у наших партнеров. Все ссылки будут в описании к этому видео.